Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировская область в топ-5 в Приволжье по росту цен на новостройки. В нашем регионе в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 на первичном рынке квартиры поднялись в цене на 4,8%, на вторичном рынке на 3,2%. По первому показателю наш регион в пятерке в Приволжском федеральном округе, по второму даже в тройке. Сейчас, по данным Кировстата, цена квадрата в новостройке в Кировской области почти 53 тысячи рублей, на вторичном рынке около 47 тысяч. В этом году рост цен на первичном рынке жилья зафиксирован практически во всех регионах Приволжского округа. Исключение составила лишь Саратовская область, где отмечено незначительное снижение на 0,5%. Программа «Экономика». Половина клиентов службы занятости – люди до 35 лет. В прошлом году от них поступило 30 тысяч обращений в службу. Почти 13 тысяч человек устроили на постоянную или временную работу. 500 человек пошли на оплачиваемые общественные работы. Для подростков в свободное от учебы время нашли 4,5 тысячи мест. 89 молодых людей отправили на учебу, а 17 из них удалось получить финансовую помощь на открытие собственного дела. За первые 4 месяца этого года в службу занятости обратилось 4700 молодых людей с целью поиска работы. 1700 из них трудоустроили. Экономика на 101 FM. Кировские власти придумали новую схему реорганизации МинЖКХ. Правительство отменило свое же постановление, выпущенное месяц назад, о реорганизации структуры и присоединении ее к Минстрою. Теперь предполагается Минстрой переименовать в Государственную инспекцию строительного надзора, а Минэнерго в Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Инспекция стройнадзора войдет в состав этого министерства. Она будет заниматься управлением градостроительством, разработкой схем территориального планирования, контролировать соблюдение градостроительного законодательства. Обновленный Минстрой с новыми функциями получит свое ведение управления капитального строительства, Кирово-Чепецкий кирпичный завод и КРИК. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 74,85, евро 90 рублей 59 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.